Это ЦСКА Баскет Шоу, прямой эфир. Меня зовут Руслан Матковский. И мы начинаем с козырей, ведь у нас в гостях... О, чемпионка мира, Европы, серебряный призер Олимпиады в Токио. Анжелика Сидорова. Да. Здравствуйте, Анжелика. Всем привет. Баскетбол – это игра с мячом. У вас как бы, да, 6 снарядов. То есть, по сути, вся твоя игра, вся твоя жизнь проходит с чем-то неодушевленным. Как наладить контакт вот с этим предметом? Он так много значит. Да, конечно. Ну, я не знаю, просто нужно заботиться о нем, как-то уважение какое-то проявлять. Нельзя, у нас там нельзя бросать шесты как-то неаккуратно, переступать через них и так далее. Я не знаю, какие тонкости с мячом, наверняка тоже какие-то есть свои приметы там. И... Ну вот просто, вы как... сейчас странный, конечно, вопрос, но вы как-то общаетесь с шестом, может, имя у него есть. Может, вы такие: Вадик, сегодня с тобой летаем, а сегодня с Артемием. Я же не знаю, или как. Нет, до такой степени, конечно, нет, но у меня есть определенное, да, количество шестов, на которых я прыгаю на соревнованиях, они там, я их все знаю уже очень хорошо, какой когда нужен, какой себя как ведет, поэтому, конечно, имена не придумала, но определенно точно я с ними хорошо знакома. Просто отгадать, баскетболист или нет. И он будет чуть-чуть спрятан в новогоднем антураже. Баскетболист или же нет? Да. Так сразу, вы прям сходу так? Прям сходу правильно получается? Мариус Григонис? Так, ну, давай, это дайте. Сложнее. Да или нет? Ну, пусть будет нет. Явно вижу, что я с чемпионкой мира Европы, потому что... Да вы не промахиваетесь. Конечно, это Слава Комиссаренко, как бы он не хотел быть баскетболистом, но он стендап-комик. Тут... Ой, это не баскетболист, я узнала. Баскетболист, да кто? Это Сережа Шубенков. Сережа, ну, да вы все угадали. Давайте поговорим про здоровье, как проходит установление, как вы себя чувствуете? Recovery's going good. I'm feeling good. I don't know exactly how much longer, but we're just taking it day by day, but I'm feeling good though. Уилл говорит, чувствует себя хорошо, восстановление идет, что называется, шаг за шагом, постепенно, не знаю, сколько времени оно займет, но мы все вместе надеемся, что скоро вы будете обратно в строю. Актер, автор шоу «Вечерний Ургант», ютуб-блогер. Вау! Да, как же без этого? И как он сам себя называет, гораздо круче, Хрусталева и Гудкова, Константин Боже. Анисимов! Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Баскетбол я любил уличный. Почему? Ну, потому что в зал нас в школе не пускали. Грязные руки всегда. Да, грязные руки. И вот это, когда типа одни голые играют, другие одетые. Вот это все. Потереться потом. Да, я зуб, кстати, выбил часть зуба, играя в баскетбол. А сейчас виниры заменили? Нет, у меня такого и нет до сих пор. Просто не так заметно. Правда, у меня была история, где я с мячом пробегал. И такой всех очень красиво обошел. И из-под кольца вот так вот бросил. Да. И смотрел на мяч, а потом нет, опустил голову, и там вот эта дуга, на которой. И, видимо, я был рад, видимо, забил и зубом влетел. И такой был, среди этой тишины был такой звон на все. Когда вы последний раз сыграли в баскетбол? Баскетбол последний раз сыграл летом. Мы ездили на выезд, выездные у нас были авторские сборы. И, естественно, первое, что мы увидели, это была баскетбольная площадка, и мы побежали, взяли мяч, побежали играть в баскетбол. 3-3 мы играли, я был в команде против Ивана Урганта, да. И ну так получилось, что начальник выиграл. Случайным образом? Абсолютно. Случайно. Кто его держал? Там же один на один играют. Все. Он все неудержимый. Против, все. Иван Ургант лучше всех играет в баскетбол вообще, всегда и везде. Я тоже хочу строить свою карьеру, поэтому я не буду спорить с тем, что Иван Ургант... Но лучше Ивана Урганта в баскетбол играет Константин Львович Эрнст. Я ни разу не видел его в деле, но я уверен, что он просто Стеф Карри в оболочке этого немолодого мужика. Что прямо сейчас у нас есть для вас конкурс. Ого. Мы с вами смотрим на экран, там будут вводиться фотографии знаменитостей, а вы должны угадать, болеет этот парень за ЦСКА или не болеет? Болеет, естественно. Ну, конечно, Боже, это Михаил Грушевский. Михаил Грушевский, болельщик ЦСКА. Это нет, это мясной. Да, это я мясной думаю, что в эфире нельзя называть команду. Да. Я говорю мясной, и все прекрасно поняли. Понятно, что человек. И понятно, что вот вы профи, а так сразу мясной. Как ушли. Да, я это не болельщик ЦСКА. Вот сегодня да. Вообще самое низкое атмосферное давление за всю за 74 года. Да. Есть ли в команде люди, которые зависят от давления? Да. Я думаю, будут ли сегодня люди такие, я уверен, что да, и давайте надеяться, что они будут из Асвала. Отлично. Да, вот такой ответ подходит вам? Да, но они же, это же французская команда. Да. Значит, они полюбас в
раздевалке выпьют по бокалу красного вина, чтобы стабилизировать Хорошо. Давление. А что сделают тогда баскетболисты ЦСКА? Они обыграют пьяную команду. Вот и все. С ТикТока человеком. Давайте. До последок. Давайте. Андрей родной. У меня, между прочим, было написано Андрей родных. Знаешь, что по паспорту так вернее, да? Я Андрей родных, но как-то вот с первого класса родной и все. Ну, у нас были год назад. Да. За год у нас сменились игроки, сменился ведущий в студии, да, как бы. Да, как бы. Что изменилось у вас? Я похудел. О, мои поздравления, я могу вам только завидовать. Да, я минусовал 11 килограмм за год, но... Ничего себе. Дальше 3 вернулись. Я их вернул за декабрь и январь. Так что все нормально. Здесь можно сказать, что минус 8. Где-то так. Как мне нашептали, у вас был предмет баскетбол. Да, я его сдавал. Не физкультура. Вы сдавали баскетбол. Я вообще до этого не видел людей, которые могут... Ну, что значит сдать баскетбол? Есть несколько упражнений, которые ты обязан сдавать. Доведение мяча, броски, защита, атака, тактика. Также теория по правилам. Ну, то есть, что такое пик-н-ролл, вы знаете? Мы многое что знаем. То есть, расстановка игроков, разводящий. Более того, у нас в Сургуте есть наверняка баскетбольный клуб университет Югра. Да. И я, так же, как и вы, работал в пресс-службе этого баскетбольного клуба, выходил на площадку, приветствовал людей, кричал. И вы так сдали экзамен по баскетболу? Нет, так уже это из-за того, что я был игроком КВН, меня позвали и туда в том числе. А так, конечно, в рамках подготовки меня к специалистам мы сдавали все. И гандбол в том числе, но в гандболе я вообще ноль. Год назад мы познакомили вас с Торником Кишингелем. Тогда он еще был... Он здесь, да. Да, конечно, тогда он еще был новичком команды. Сейчас он уже один из лидеров полноправных. Он адаптировался, отлично играет. Вы, как ведущий программы про кино, с кем можете вот аналогию провести? Торник Кишингеле, который был новичком сейчас, там одна из главных звезд команды. Так с кем ты из актеров? Я думаю, что это господин Бурунов. Господин Бурунов. В свое время Бурунов просто был человеком, который появлялся в эпизодах и раскрылся неожиданно за очень короткий промежуток времени. И очень ярко делать надо коллаж Торник Кишингеле и Владимира Бурунова. У нас уроки французского вместе с Андреем родным. Но я не силен во французском. Coup de poing, это же... Ну, почти, почти. Как думаете, как это переводится? Ну, я предполагаю, какой-то баскетбольный термин. Я думаю, что... Point, это имеет отношение к point, некие очки. Так. Возможно, что это трехочковый. Это slam dunk на французском. Будем знать. Ну да, в целом неплохо. Двигаемся дальше. Fall. Ну, fall. Это fall. Fall, правильно, конечно же. Да? Вот, нормально. А вы говорили французский, не знаете. Selection, выбор. Давайте, выбор. Все на английском. Нет, в целом почти там те же, те же буквы есть, только корни, это да. Подбор. Подбор, да, и точно. Сегодня очень важно, чтобы ЦСКА выиграл. Слушай, селекцию, я думаю, что и забрал сегодня... подбор. ЦСКА одержит победу, если честно. У нас в гостях был Андрей родной, большое спасибо. Спасибо. Мы с вами прощаемся. Смотрите наш баскетбол, болейте за ЦСКА. Пока-пока.